Приготовим такую пасхальную курочку с сюрпризом внутри. Для нее мне понадобилась полусфера силиконовая диаметром 10 сантиметров. Я взяла белую глазурь, которую растопила в микроволновке и окрасила с помощью жирорастворимого красителя до нужной яркости в ярко-желтый цвет. Силиконовую форму заполняю растопленной шоколадной глазурью. Особое внимание уделяю краям для того, чтобы в конце шар получился идеально ровный, и оставляю ее застывать. Глазурь застывает достаточно быстро, и легко ее можно извлечь из силиконовой формы. Полусферы нам понадобится две. Из окрашенной мастики изготавливаю необходимый декор. С помощью вырубки сердца вырезаю крылья, придаю им небольшую текстуру с помощью мастихина. Из жгутиков мастики собираю прическу для курочки. Она будет в виде такой челочки у нее. Теперь приступаем к изготовлению лап. Необходимо сделать их абсолютно одинаковые, поэтому заготовки раскатываю сразу на две лапки. С краю их прижимаю, делаю тоньше, лишнее обрезаю для того, чтобы удобнее было их потом подклеить к шару. Из небольшого кусочка мастики леплю клюв. Здесь можно импровизировать, сделать улыбочку или губки бантиком. Дополнительный декоративный элемент – это цветок. Он будет украшать прическу курочки. Делаю его с помощью плунжера. Также из белой мастики с помощью насадки вырезаю круглые заготовки для глаз и еще желтый для того, чтобы сделать веки. Глазки курочки можно нарисовать или также сделать из цветной мастики. Все детали готовы, начинаем собирать. Полусферу приклеиваю к подложке на глюкозный сироп. Также подклеиваю лапки и начинаю наполнять. Вовнутрь кладу сюрприз и заполняю мелкими сладостями. У меня это маршмеллоу и арахис в шоколаде в виде яичек. Вторую полусферу подтапливаю на горячем шпателе и приклеиваю. Стык аккуратно заравниваю, чтобы он был менее заметен. Теперь клею декоративные элементы. На растопленную глазурь приклеиваю крылья. Прикладываю и смотрю, чтобы они были на одном уровне, симметричные. Теперь приклеиваю глазки. После этого клюв. Остается приклеить только челочку и украсить цветком. Пасхальная курочка с сюрпризом внутри готова.